Эдуард Асадов. Когда мне встречается в людях дурное, когда мне встречается в людях дурное, то долгое время я верить стараюсь, что это скорее всего напускное, что это случайность, и я ошибаюсь. И мыслям, подобным ища подтверждения, стремлюсь я поверить, забыв про укор, что лжец, может, просто большой фантазер, а хам, он, наверное, такой от смущения, что сплетник, шагнувший ко мне на порог, возможно, по глупости разболтался, а друг, что однажды в беде не помог, не предал, а просто тогда растерялся. Я вовсе не прячусь от бед под крыло. Иными тут мерками следует мерить. Ужасно не хочется верить во зло. И в подлость ужасно не хочется верить. Поэтому, встретив нечестных и злых, нередко стараешься волей-неволей в душе свои словно бы выправить их и попросту отредактировать, что ли. Но факты и время отнюдь не пустяк, и сколько порой не насилуешь душу, а гниль все равно невозможно никак ни спрятать, ни скрыть, как ослиные уши. Ведь злого, признаться, мне в жизнь моей не так уж и мало встречать доводилось. И сколько хороших надежд поразбилось, и сколько вот так потерял я друзей. И все же я верить не брошу, что надо в начале любого пути с хорошей и только с хорошей доверчивой меркой к людям идти.